На дворе октябрь, значит, пришло время собирать каштаны. Зачем они мне нужны? Сейчас я вам все расскажу. Из этих несъедобных конских каштанов, которые в октябре валяются под ногами, я готовлю отвар от боли в коленях при разрыве мениска. Это потрясающее средство, которое за 2, максимально 3 дня ставит меня на ноги без таблеток и физиотерапии. Помогло некоторым моим знакомым и очень надеюсь, что поможет и вам. Отвар готовлю следующим образом. На пол-литра воды, где-то штучек 10 каштанов, в небольшой кастрюльке кипячу 30 минут. Затем каштаны выбрасываю, а в отвар окунаю хлопчатобумажную ткань, которую отжимаю с леганца, кладу ее на колено, сверху накладываю пакет полиэтиленовый, чтобы не протекло, и фиксирую эластичным бинтом, либо наколенником, и иду спать. Утром компресс снимаю, вечером делаю свежий. И так вот максимально 2 ночи. Если еще остались боли, то делайте на 3-ю ночь. Собранные каштаны я несколько дней сушу на свежем воздухе, а потом храню или в коробочке, либо в платяном мешочке, а иначе они покроются плесенью. Каштаны используете вы? Пишите в комментариях. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!